На продовження інформаційного блоку в ефірі актуальне інтерв'ю і я, Артур Терещенко. Сьогодні тема актуальна і важлива незалежно від часу та пори року. Профілактика та боротьба із такими захворюваннями, як ВІЛ, СНІД, туберкульоз та вірусні гепатити. Гості нашої студії – Олександр Колесник, голова правління благодійної організації «Благодійне товариство 100% життя Дніпро» та Дмитро Грицюк, керівник напрямку по роботі з хворими на туберкульоз. Панове, моє вам вітання у нашій студії. Добрий день. Мабуть, логічно, перше запитання, кілька слів про вашу організацію, як вона і коли виникла, і головні її засади. Наверное, тут я немножко расскажу. Наша организация была создана в 2012 году. Это была инициативная группа изначально, которая, видя проблематику, в частности, в нашем городе, ВИЧ, СПИДа, туберкулеза, то, что эти социальные проблемы, этим социальным проблемам уделяется недостаточно внимания со стороны государства. Ну, вот решили создать организацию. Изначально появилась национальная организация «Сеть 100% жизни». И у нее есть практически в каждой области свои подразделения, свои филиалы. И мы, можно сказать, получили франшизу от нашей сети всеукраинской и зарегистрировали в нашем городе благотворительную организацию «Сеть 100% жизни Днепр». В 2012 году начались проекты, мы участвовали в открытых конкурсах, нам поддержали проект по уходу и поддержке ВИЧ-позитивных взрослых. После, ну, увидели нашу работу, заметили, начали открываться другие направления, начали стабильно получать финансирование. Уход и поддержка ВИЧ-позитивных детей, потом ВИЧ-позитивных тяжелых больных, беременных женщин был такой проект. Ну и потом, как говорится, ну, мы начали работать на такие направления, начали работать на туберкулез, начали сопровождать людей в тюрьмах. На данный момент у нас 4 направления. Мы работаем в тюрьмах с ВИЧ-позитивными детками, ВИЧ-позитивными взрослыми. Также большой проект HealthLink – это проект, направленный на тестирование, выявление на ВИЧ на базе медицинских учреждений. Амбулаторный туберкулез – тоже очень большой, огромный проект. Дима более подробно о нем может рассказать. Ну, то есть мы сейчас в городе работаем практически со всеми социально уязвимыми группами, которыми, к сожалению, государство займається не в повній мірі. Дмитро, ну, оскільки ви, скажімо так, ведете напрямок боротьби з туберкульозом, кілька слів, наскільки актуально для Дніпропетровщини саме це захворювання, наскільки вразлива ця категорія і скільки, ну, наприклад, якщо є така інформація, коштує в середньому лікування однієї особи до повного одужання, якщо це можливо взагалі? Ну, немного о статистике. За 9 месяцев текущего года было выявлено 2836 случаев, из них 1286 – это новых. То есть, соответственно, 1000 – это люди, у которых… рецидивы? Да, имеют рецидивы, и это является проблемой, потому что лечение для мультирезистентного туберкулеза, то есть у тех, у кого был рецидив, оно стоит гораздо дороже. Наша организация, она оказывает комплексную поддержку и уход таким пациентам. Мы оказываем психосоциальную поддержку для людей, которые столкнулись не в первый раз с лечением, и у них сильные побочные действия, они уже меньше верят в то, что они могут излечиться. Ну и психологическая поддержка опытных специалистов, консультантов, это очень важна для людей. Далее, у нас есть юрист в организации, который оказывает юридическую поддержку людям, которым необходимо, там, допустим, восстановить документы какие-то жилищные, может быть, там, переоформить еще что-то. Ну, всевозможные юридические вопросы также, мы также как бы помогаем и решаем для пациентов. Мы оказываем благотворительную помощь в виде там, продуктов питания,
Вот, оплачиваем диагностику дорогостоящую, такую как компьютерная томография, магнитно-резонансный томограф. И вот хотел бы немножко как бы сакцентировать внимание на этом, потому что сейчас в связи с ковидом очень много лабораторий, которые делают эту диагностику, они переполнены, и у людей как бы ну, нет возможности своевременно пройти, потому что большое количество наплыва людей на, ну, на лаборатории. У нас просто заключен договор, и мы в условиях как бы ковида также работаем с нашими партнерами, больница Мечникова, и предоставляем услуги без проблем для наших клиентов. Компьютерная томография, УЗИ, магнитно-резонансный томограф – это одна из обязательных диагностик по окончанию лечения, либо там, ну, какие-то медицинских моментах. Добре, пропоную розкрити таку інформацію. У нас досі люди не зовсім відрізняють ВІЛ та СНІД. Яка різниця, щоб так і школяр зрозумів, і людина у віці 80+. Ні, ну ВІЧ – це начальна стадія заболівання. Тобто любой чоловік, заразившийся ВІЧ, він спочатку у нього, ну, у нього ВІЧ. Но якщо він не лечиться, нічого не робить зі своїм здоров'ям, а могут пройти годы. Конечно, он, в чем опасность данного заболевания, что да, сейчас от ВИЧ, даже вот у нас акция была, от ВИЛ не помирают. Но если не заниматься проблематикой ВИЧ, если не ходить, не сдавать анализы, не, ну, в любом случае, любой ВИЧ-позитивный, конечная стадия болезни, если не лечиться, спит. Но если он обращает на свое внимание на свое здоровье, то есть у него клетки понижаются, со временем ему нужно будет принимать антиретровирусные терапии. Это аксиома. То есть как бы там люди не пытались, вот многие, знаете, зная, что у них ВИЧ, но принять то, что, принять вообще диагноз и принять то, что тебе нужно принимать таблетки до конца своих дней, для многих это психологический барьер. И, ну, для этого и мы и существуем, чтобы людям объяснить, не, ну, тебе по-любому придется пить препарат. Но если люди, ну, не слушаются нас, не прислушиваются к нашим советам, в любом случае начинаются пневмонии, туберкулез, токсоплазмоз, ну, и очень плачевные последствия купа для людей. Купа хвороб, яка да, то есть просто на фоне ослабевания иммунитета начинают цепляться болячки просто вот из ниоткуда. И люди, ну, к сожалению, уходят. Ну, вот когда-то была такая даже диссидентская пиар-компания, что вот от антиретровирусных препаратов люди умирают. Но мы вот сколько на эфирах, там, передачах говорим, ну не могут, они умирают просто потому, что начинают поздно принимать таблетки. Раньше начните собой заниматься. У людей остается минимум клеток, они начинают пить АРТ, у них происходит реконституция организма, то есть, ну, там, как говорится, иммунитет возбуждается, и на этом фоне начинает и вылазить еще дополнительным сопутствующее заболевание, и поэтому человек умирает. Поэтому всем с экранов телевизора во время консультации нашего времени, ребята, сдавайте, если было рискованное поведение, сдавайте тесты на ВИЧ, тестируйтесь. Чем раньше вы узнаете о диагнозе, тем узнать для того, чтобы жить. Ну, дивіться, на столе я бачу, це тест. Да. Расскажите да, про мы него. Мы сегодня решили немножко такое наглядное пособие с собой принести. Это новый вид теста, это оральный тест. То есть есть быстрые тесты на ВИЧ, это, ну, в виде укола. Через кровь. И буфера, да, через кровь. А вот новый вид теста оральный. Есть, да? Можно, да, показать? Так. Он довольно-таки прост в обращении. То есть его, в чем его уникально, что мы можем даже, вот сейчас у нас есть проект HealthLink. А давайте под час эфиру мене и протестуем. Ви давайте. Не заперечуєте? Ні. Поки будемо спілкуватися, вже отримаємо результати. Он как раз 15-20 минут у него времени нужно, то, чтобы он сработал. Давайте покажу вам. Може, Дима, пока можеш что-то рассказать. Дмитро може щось розповідати. Давайте тоді так. Поки ми готуємось проходити тест під час ефіру, розкажіть, наскільки важливо взагалі саме тестуватися, аби вчасно виявити хворобу? Ну,
Любой человек, который имел хотя бы раз в жизни незащищенный половой контакт, или человек, у которого была какая-то рискованное поведение, да, этому человеку необходимо сдать обязательно тест на ВИЧ для того, чтобы, если у человека, как говорил Александр по поводу стадий, да, ВИЧ – это начальная стадия, СПИД – это уже, если брать там по шкале, это уже как бы последняя. Вот эти четыре степени, которые, да, от ВИЧ перехода к СПИДу, она может, этот процесс может длиться, несколько лет, может там больше длиться. Когда люди, ВИЧ, он бессимптомен, и у человека абсолютно не возникает никаких симптомов, и он может жить и думать, что меня это не коснулось, я никаким образом к этому не имею отношения. Но когда человек узнает уже по каким-то клиническим показаниям, когда у него есть уже какие-то паранурнистические инфекции, которые привели к ухудшению здоровья, вероятность ему, скажем, выйти в нормальный и выздороветь, начать чувствовать себя хорошо, это очень-очень мало вероятности. Поэтому тестироваться необходимо заранее, да, и если у человека, не дай бог, обнаружилась инфекция, нужно обращаться в спеццентр, который находится на Канатной, 17, городская инфекционная больница 21, либо в кабинеты доверия, которые есть практически в каждой больнице. Вот. Можно зайти на сайт, узнать информацию, можно обратиться в нашу организацию, да, мы тоже можем перенаправить или проконсультировать. На самом деле очень много людей, которые сейчас принимают РТ-терапию, живут полноценной жизнью, физически развиваются, создают семьи, есть семьи с дискордантными парами, простите, когда один ВИЧ-положительный, второй отрицательный, и люди рожают здоровых детей и живут счастливо. Наскільки я розумію, це не вирок. Так, наскільки я розумію, ми готові, да? Да, смотрите, еще вот здесь работать. Очень такая удобная подставочка, так. Это буфер, так. И вот сам тест. Смотрите, вы берете его в руку. Угу. Бачите, під час эфиру буду. Так, смотрите, теперь вот эту вот смужку между десной с этой стороны, одной стороны, и так поплотнее, Так. Вот здесь с внешней стороны. Так. И потом с другой стороной, по нижней десне, нижняя и потом вставляете в буфер, да. Так. Нічого такого, ви дратувала, не відбувається. Все зробив, так. І вставляєте сюди, там от жидкость, буфер. Так. І от ми туди вставляємо і чекаємо 15-20 хвилин результату тесту. Наприкінці ефіру ми обов'язково сповістимо результати. Здесь є дуже удобна інструкція, тобто для будь-якого, з якою цілею ці тести створені. Навіть во время нашої роботи тести по крові. Это, во-первых, нужны какие-то условия, да, во-первых, это в тепле нужно, чтобы происходило, не всегда есть возможность. И есть вот люди, которые, стесняются самого этого процесса. И поэтому вот именно эти оральные тесты были созданы для того, чтобы, может, человек, мы ему даем, и он шел и сам себе дома сделал, чтобы никто не видел, родители, там, я не знаю, близкие, это одна из таких удобных форм. Давайте поговоримо про таку важливу річ, як саме захистити себе. Розуміємо, що є контрацепція є там. Але ж, якщо ми говоримо про зараження дітей, це відбувається не через їх волю, так? Таких випадків останніми роками більше, менше? 2000-е роки. От у нас регіон був одним із самих таких, де багато дітей рожалось, іменно ВІЧ-позитивних. Зараз, благодаря вертикальной профилактике, то есть именно, как говорится, добровольно-принудительному тестированию женщин в этих женских консультациях, в роддомах. То есть женщины, которые бывают, конечно, такие социально неблагополучные женщины, которые не ходят в гинекологию даже, то есть у них беременность, они не ходят к своему гинекологу. И тогда, да, когда по факту приходят уже, им уже рожать, и уже поздно. Ну, тут же в чем? До 24 недель женщина, если обратилась к врачу, даже если у нее ВИЧ, и она обратилась,
у нее срок беременности такой не сильно большой, она начинает принимать антиретровирусные препараты, и ребенок рождается здоровым. Здоровым. Да. То есть если до этого периода она или поздно пришла в женскую консультацию, поздно обратилась, тогда, конечно, есть риск, но это тоже не 100%. Все равно они и на том этапе начинают принимать препараты, и все равно родившиеся дети, они полтора года еще стоят под наблюдением, наблюдаются у врача-инфекциониста, что ну, есть риск, даже если и в нормальные сроки пришла. Но, к сожалению, такие случаи есть. Их не сильно много сейчас, но есть. Цифру честную сейчас. Смотрите, очень важная вещь. Днепропетровщина – лидер, вот здесь, к сожалению. Да, ну, наряду с Одессой. Да, одна из областей, где процветает наркомания. Это первый, скажем так, базовый поставщик людей для СПИДа. На ваш взгляд, работа правоохранительных органов в этом направлении за последнее время как изменилась? Ну, смотрите, я вас немножко поправлю в том, что сейчас, к сожалению, больший индикатор выявления – это все-таки половой путь передачи. Половой путь. Да, уже вот если в начале это работы был... проектов, там по статистике было где-то около 95% – это потребители инъекционных наркотиков, то, к сожалению, сейчас, как говорится, эта инфекция генерализировалась, то есть она вошла в большие массы людей, то есть иногда сдают тест на ВИИ, и выявляются такие люди с абсолютно... Социализация нормальная, да, а тем не менее имеем результат. Да, негативный. Поэтому сказать, ну, а по поводу правоохранительных органов, ну... Вы взаимодействуете с этими структурами? Не, ну, конечно. Почему спрашиваю? Потому что вы говорите, что вы посещаете тюрьмы, это пенитенциарии, правильно, да? То есть взаимодействие с этими структурами на каком уровне сейчас поставлено? То есть понимание там есть, что вот таких людей надо... Не всегда. Конечно, да, то есть, ну... В любом случае, наркоман, да, он сразу к нему может быть изначально предвзятое отношение. Это так. Но я же говорю, что просто сейчас наркотик, он немножко видоизменился. Даже вот если раньше это была так называемая ширка, и колола вся молодежь сплошь и рядом, то сейчас он просто больше стал аптечным, больше не инъекционным. И здесь уже, ну, там больше... психотропных появилось препаратов, именно химии, которые, ну, мы немножко уже даже отстаем, мы уже не успеваем узнавать такие названия, там, соли, спайсы, то есть молодежь уже, извините, ну... Движется в этом направлении, да, быстрее, чем... дуреет по-своему, ну, а здесь же просто психотропы — это... половые акты учащиеся, ну, как сказать лучше? Ну, одно другому, культурно. Да. То есть психотропы – это незащищенный секс и секс на протяжении… Беспорядочный половой контакты, да. И вот именно на этом фоне уже, вот именно, ну, тут даже не через иглу больше, а вот именно вот в таком. Якщо говорити про перспективу цієї категорії захворювань, чого чекати, наприклад, ну, через 5 років, 20-25, якщо зазирнемо в майбутнє? Ну, сложно прогнозировать, и хотел бы вернуться вот по поводу способов, ну, как достать эти наркотики. Если раньше там это было как-то, человек приходил, допустим, куда-то там на точку, да, и брал, то сейчас это же все через интернет, кругом пишутся вот эти вот какие-то различные IP-адреса, различные там электронные адреса, где любой как бы школьник может зайти, да, и через перевод денег на карту получить место где-то, ну, геолокацию, где зарыто это сокровище в кавычках, да, и может свободно, то есть, и, ну, это как бы большая проблема. По поводу того, что прогнозов, ну, в любом случае, я могу сказать по туберкулезу, с каждым годом, вот если брать даже статистику по прошлому году, то случаев заражения по туберкулезу гораздо меньше. Вот. И с каждым годом
ну, благодаря тому, что работают врачи хорошо, да, благодаря тому, что есть такие организации, как наши, мы сопровождаем пациентов. Вот тех, кого мы берем на сопровождение, мы доводим пациента до окончания лечения, до того момента, пока он выпил таблетку, пока он сдаст анализы. Когда анализы уже положительные у него, когда он уже вылечился, то есть он какое-то время еще находится на диспансерном учете у врачей, они его наблюдают и потом уже полностью снимают. То есть человек абсолютно здоров. Да, ему нужно как бы соблюдать некоторые, ну, немножко как бы поменять уклад жизни, да, вот, ну, в плане того, что там не переохлаждаться, нормально питаться и как бы меньше болеть, стараться как-то переносить стрессы, потому что это все воздействует, ну, как бы на иммунную систему и в том числе на его, ну, заболевания. Но благодаря тому, что мы в комплексе с врачами сейчас вот тандемом работаем и доводим пациентов до окончания лечения, случаев будет гораздо меньше, если мы как бы будем работать так и дальше. Ну, я думаю, что все будет нормально. И еще мы планируем как бы не только за счет донорских денег ну, оказывать такое социальное сопровождение. Ну, также хотим залучать и местные бюджеты, и областные, потому что мы не покрываем полностью все количество пациентов, которые находятся. Ну, вот, к примеру, у нас сейчас около 2800, да, я говорил, по 9 месяцев по количеству пациентов. Мы сопровождаем на сегодняшний момент около 1000 пациентов. То есть вот 1800 оказывается без сопровождения. Ну и вот из этих 1800, скажем, 30-40% это пациенты, которые 100% нуждаются в таком именно комплексном подходе, как у нас. Потому что наши консультанты, наши социальные работники, они обучены, не один год уже работают. Все эти модели уже обкатаны и доказаны как бы свою эффективность. Поэтому ну, мы можем себя смело называть профессионалами в своем деле, людьми, которые могут и знают, как это делать. Ну, на жаль, час нашого ефіру не обмежений, але тема цікава. Пропоную час від часу зустрічатися у цій студії. Хочу вам подякувати за вашу роботу. Ну, напевно, часу ще, аби зрозуміти, який результат, ще не маємо. Так? Ну, то, що контроль пішов в плані, що тест сработав. Сработав. Да, это факт. Добре, у наступній програмі, у наступній програмі глядачам повідомлю. Спасибо за приглашення. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Спасибо. Ще раз дякую за спілкування. У нас у гостях були Олександр Колесник, голова правління благодійної організації «Благодійне товариство «Мережа 100% життя Дніпро» та Дмитро Грицюк, керівник напрямку по роботі з хворими на туберкульоз. Говорили про важливість тестування на захворювання. Дякую глядачам за увагу. Будьте пильними і хай вам щастить!